Доброго дня, Сережа Романов, приветствую. Попросил снять размеры с моей скамейки. Скажу, что делал ее 3 года назад. Значит, длина 145, 4 доски 145. Ну, давайте в сантиметрах поработаем. Секунду. Сосна. Так, на сиденье. 20 сантиметров, толщина 5 сантиметров, длина, ну, можно и 150. Доски были не струганные. Дали мне спилорама, это сосна, это что-то лиственное, не помню я. То ли клен, то ли тополь, не помню. Но отталкиваясь от того, что у меня вот такие доски лаги пойдут на седухи, я уже делал, естественно, само основание. Ну, одному снимать и мерить — это дело неблагодарное. 60 сантиметров высота, по низу 40, поверх 45. Здесь выпил и сделал. Угол подбирал, как сказать, эмпирически. Можно размеры, Сергей, напиши, если надо размеры, можно и так сказать, собственно, 40, на уровне 40 сантиметров ширина будет 19, высота спинки, сейчас скажу, высота спинки 85 сантиметров, и вверху здесь 5 сантиметров, а на высоте 40 пошел скос. То есть выпилить ее легко, заднюю, потом вот эту переднюю, потом их поженить снизу сверху, две таких доски, боковины сделать, и все. Ну, еще сделал полочки вот это снизу. Нужны, не нужны, не знаю. Но устойчивее она стала. Все, закрыл саморезы шпунтами. Вот от времени они чуть повылезли. Можно шлифануть еще. И на 2 слоя лаком. Ну, а Валерка мне подогнал в подарок такой же стол. Тоже пролаченный, уже ногами забитый. Классный стол. А тот дубовый я сам делал тоже. Ну, вот 1,5. Высота 80, ширина 2 по 20, 40. Угол наклона... Потому что я сделал один угол, потом посидели неудобно. Сделал другую боковину, вот с другим углом здесь. Вот. Прошить можно как на лицо, так и на боковую тут пришить планку и через нее прошить. Но это скамья, что с ней долго возиться. Будут вопросы, пиши, Сережа. Всем добра.